Расселение горожан из аварийного жилья, ремонт улиц, продолжение строительства путепровода и нового моста. В 2014 году перед городом стоят серьезные задачи. Планы озвучили в администрации Вологды. Подробнее смотрите далее. Расселение вологжан из ветхого и аварийного жилья – одна из первоочередных задач. В рамках реализации городской программы в этом году планируют создать 5 трехэтажных домов на улице Мелиораторов. Таким образом, еще 201 вологодская семья получит ключи от новых квартир, пояснил заместитель главы города Алексей Осокин. Гиперзадача стоит на самом деле в 2017 году – обеспечить так, чтобы у нас никто не жил в аварийном ветхом жилье. Первый – это традиционный способ, которым мы занимаемся уже довольно долго, это расселение по федеральным программам под финансирование из федерального бюджета. Второй способ, который мы сейчас запустили, это развитие застроенных территорий. То есть мы будем формировать участки, где находятся эти дома аварийные в комплексе, будут выстраивать на аукцион. Застройщик будет выходить, расселять людей, которые живут в аварийном фонде, строить на этом месте новые красивые дома. Я думаю, что ставка будет основно сделана в этом направлении. Продолжится в 2014 году ремонт и строительство дорог. В частности, будет завершен капитальный ремонт улиц Фрезеновской и Карла Маркса. Строительные работы здесь начались еще осенью. Улицы будут значительно расширены, пользоваться им будет удобно как автомобилистам, так и пешеходам. Уже летом этого года строители должны сдать эти объекты. Прошлый год был такой ударный год по ремонту улиц. В этом году мы должны доделать начато. Это улица Фрезеновская, улица Карла Маркса. Это вторая очередь путепровода, то есть шоссе Белозерское будет построено до улицы Залинейной. В этом будем концентрироваться. К сентябрю мы должны закончить проектирование моста в створе улицы Некрасова. Сам мост должен быть построен через 2 года. Срок окончания строительства назначен на 2016 год. Мост соединит микрорайон Заречье с новым виадуком на Белозерском шоссе и таким образом разгрузит центральные магистрали Вологды и требующий капитального ремонта Октябрьский мост. На строительство нового моста потребуется более 1 миллиарда 300 миллионов рублей, которые город планирует привлечь из федерального бюджета. Полина Салата, Михаил Прищев. Вологда портал.